Пожарная часть номер 10 поселка Кангалацы сегодня объявила голодовку в связи с нарушением трудового законодательства. Сотрудники части требуют для себя более льготных условий труда и повышения зарплат. Эти требования они озвучили сегодня в ходе совещания с участием председателя госкомобеспечения региона Юрия Зайцева. По моим данным, уже объявили голодовку. Значит, это связано с тем, что в их условия, значит, входит это повышение заработной платы. Это они указывают аварийность и плохое состояние самой пожарной части. Далее указывают на то, что, значит, материально-техническое снабжение отрасли слабое. Одним из требований пожарных является переход на 8-12-часовой режим работы. Как нашему телеканалу рассказал председатель профсоюза, руководство государственной противопожарной службы не слышит и не хочет слышать бастующих. С 9 до 12 у нас учебные занятия. Сейчас до 2 у нас обед, принятие пищи. С 2 часов до 3 психологическая разгрузка. Потом ремонт, занятия техникой с 5 до 7. Культурно-массовый отдых. Смотрел просмотр телевизора и отбой. Ужин и отбой.